16 место, канал Александра Герчика, Герчик и Ко, YouTube-канал, тоже больше 100 тысяч подписчиков. И вот это уже история про трейдинг. Что будет интересно посмотреть, есть нюансы. Опять-таки, я здесь хочу выйти из контекста обсуждения плюсов и минусов трейдинга, но если трейдинг интересен, достаточно много видео про психологические аспекты трейдинга. И что хорошо, есть видео по техническому анализу. В свое время, когда я увлекался техническим анализом, у меня вот была эта проблема, что, окей, я прочитал книгу по свечному анализу, я смотрю на реальный график, мне мерещится, что здесь что-то есть, мне не мерещится, что здесь что-то есть. Там, если я не ошибаюсь, не то раз в одну, не то раз в две недели выходит прямо именно видео, где проводится технический анализ. И можно хотя бы посравнивать свои навыки, да, там, вижу ли я здесь что-то, да, и что здесь видит там эксперт из команды Герчика. То есть это такая довольно практикоориентированная история, но, конечно, для того, чтобы адекватно смотреть технический анализ, а не просто его копировать, хорошо бы тоже что-то по этому поводу почитать.